Да, всем привет! Сегодня 8 июня. Я опять еду в рейс. Город Губаха. Опять же Пермский край. Наверное, да. Это плитка в Семполе. 2 тонны. Вот. Сейчас будем сюда скоро заезжать. Сейчас нам откроют ворота и будем заезжать. Последний палет. Высокий? Да. Он там в самом начале. Я еще думал, да, груз возьму, ага. Да это груз-то это, нормального не взять к этому грузу. Вот, получил документы. Все, сейчас пойду посмотрю, как все там с грузом. Вот, ребят, все видели, как загрузка произошла. Все было очень быстро. Сначала, пока они почти всю машину загрузили, я сходил к бухгалтерам. Они мне документы выписали. Все, документы есть, все готово. А потом пришел буквально, ну, полчаса вся загрузка длилась. Это очень хорошо, это очень быстро. Ну, правда, да, полную машину до груз не возьму. Ну, ничего, нормально. Поставочки, пойдем нормально. Так, кто-то мне звонит. Хрен она выйдет. Справа еду, слева еду. Ну да, время 7 часов. Время 7 часов. Все, я начинаю выезжать. Сейчас, как обычно, на заправочку заедем, которую вы видели, наверное, из предыдущих видео. Ну все. Пошел заправлять. Я говорю, этот, YouTube все записывает, так что передавай приветы. Привет, Леха, я Влад. Естественно, я не Влад. Всего привет. Так, ребят, напомню, Леня едет сзади, тоже едет на тайке Екатеринбург, то есть Первоуральск. Мы едем вместе, выдвинулись из Челябинска. Всем привет от Лени. Да, нормально. Леня снова в канале. Я тут краник вам открыл, блядь. Я тоже чуть-чуть приоткрыл, а то холодновато как-то на улице, прохладно. Есть такая хуйня, блядь. 80 пойдем, я больше не буду газовать, поэкономим. Дай бомбу, хоть 70, мне еще экономнее будет. Ну, нормально, нифига мат несется, да? А хули ему не вестись-то нахуй, блядь? Ребята, заезжаем мы на Тюбук и показываю, как здесь
машут нам руками. На повороте включал, да? Да я камеру включал, Лень, показываю подписчикам своим, как тут заманивают в этот, в тюбук свои кафешечки. Мы-то куда будем ехать? Последнее, как обычно, блин. Итак, дорогие подписчики. Нахуя воздух ушло? Ну да, сейчас еще минуты две и поедем. Сейчас подписчикам расскажу, сколько я денег потратил в кафе и поедем. А то они спрашивают, сколько пирожок стоит. Давай. Итак, ребят, подписчички мои дорогие. Вот так кафе горячее питание, мы только что с Леней были. Отдал, я не помню, не знаю, сколько Леня там за еду. Я съел, что получается? Два кофе по 20 рублей, 40 рублей. Короче, каждый труд все равно должен оплачиваться. Понятное дело. Салат оливье. Потом пирожок с рисом, яйцом и, короче, беляш. Итого 170 рублей. Ребят, не знаю, дорого-недорого, но такая стоимость моего ужина была. Время 10 часов. Мы отправляемся дальше. Ну, давай, брат. Я сейчас на первую полосу, на вторую. Давай, давай. Так, ребят, снова остановка небольшая. Короче, взял я кока-колу себе в дорожку. Кончилась у меня водичка, в принципе, но мне эта вода надоела. Газ взял. Так, убираем сразу. Газ у меня уже кончился. А газ нужен всегда. Вон, что там подписчик написал? Давай почитаем. Так, пока не видел, сейчас в Челябе гружусь, кстати, на Уфу, потом на Казани, иду, машина в Казани. Как раз гляну, есть косяк. Только у нее турбина масло кидает, замена турбины, короче, надо узнать, сколько турбина новая стоит у нее. Да хуй, сейчас полностью загружу ВКонтакте это. Что нам тут человек пишет? Так, я ему написал про мана, короче. Он хочет мана купить. Эту фуру, короче. 94-го года я пишу, но если машина добрая, что пусть берет. Ну, вот а это. Что, он командорика тоже? Да, короче. Он работает на какой-то фуре и это самое. Вот и он пишет мне. Пока не видел, сейчас в Челябе гружусь. А, машину не видел. Про нее рассказывают. Вот. В Челябе грузится, потом на Уфу, на Казань. Машина в Казани. Как раз гляну. Да, про машину. Ой-ой-ой, чувачок, мы ему, наверное, мешаем, а? Бедненький, выехать решил. Он выйдет? У нас, ну что сейчас? Не, отгонили, у него не выйдет это. Решил человечек выехать. Вот так вот, ребят, может будет виднее. Вот Ленина тата стоит. Вот у нас чайничек тут кипятится, сейчас кофеек будем пить. А, бывает такое, человек захотел выехать. Ну, поехали, поехали, нормально, нормально. Нормально, нормально, Леня едет. Проедет. Чё, Люська,
скажешь что-нибудь подписчикам на канале. Короче, Леня сказал, труд жесткий. Нехрен тут делать, да? Да. Если кто-то мечтал быть дальнобойщиком, поверьте, ребята, это мечта идиота, нахуй, блядь. Которая может вполне реально сбыться. Не каждый себя уважающий водитель, нахуй, блядь, советует своим детям, нахуй, стать дальнобойщиками, нахуй. Он старается ради них ебашить, нахуй. Чтобы их, короче, выучить, да, там это да, самое. Чтобы они не были, нахуй, дальнобойщиками, блядь. Ладно, давай, Лень, удачки тебе, созвонимся. Всех дел, блядь. Давай, Костяныч, снова созвонимся. Приеду, я тебе наберу. Покалякаем немножко там. Ну, все, давай, давай. Ну, давай, я в 15 перехожу. Давай, я тоже. Все, ребят, Леня уехал. Первоуральск. А я поехал по новой дороге, получается, так, через Нижний Тагил. Обычно я ездил на Пермь, прям с Екатеринбурга по Пермской трассе. Не знаю, дорога через Нижний Тагил, поедем туда, посмотрим, что за дорога. Потом, если не покажу, то обязательно расскажу. Спросить у него, так, куда мне ехать, блин. Парень, подскажи, а? В общем, мне повезло, что на моем пути повстречался этот парень, так как он мне объяснил дорогу к этому заводу и показал путь. Вот, навигатор мой меня завел не туда, и мы с ним вместе ехали, и он показывал мне дорогу. Очень быстро, все отлично, просто молодцы ребята, за полчаса выгрузили, я уже освободился, все, выезжаю. В общем, ребят, смотрите продолжение видео, что будет, куда я поеду, сам еще не знаю, но думаю, будет интересно, поэтому смотрите видео, не пропускайте. Всем удачи!
забывайтесь подписываться на мой канал. Мандальнобой 194. 194 это номер автомобиля, кто не знает еще, ребята. Ну и все, до новых встреч. Пока.